Всем привет, с вами Эдгар. Вы на канале Мысля Геймерса. Мы тут заказали на сайте внешний аккумулятор, так как летим на отдых. И выбор пал у нас на компанию CityLink. Здесь цены хорошие, качество. И сейчас я зайду, попробую это все дело заказать через терминал. Тут у них такая возможность есть. Сейчас какого-нибудь консультанта выцепим. Здравствуйте. Здрасте. Можете подсказать по поводу заказа? Мне вот эта данная модель нужна. Ну, я вижу, у вас здесь есть код. Да. Товар можно выписать через любой из терминалов, который находится в зале. Угу. Это можно, в принципе, самому делать, да? Да, то есть можно самостоятельно, но если есть какие-то трудности, можно всегда позвать консультантов, они всегда есть в зале. Пример, как я. Угу. Так, и а можем тогда мой вот этот товар найти? Да, конечно. Да. У вас есть код? Если есть код, можно сразу по кнопке «Поиск» написать его на сайте. Вот он сразу же вышел. Так, а вот моя моделька получается. Да, я это на сайте нашел, выписал и вот решил отсюда вот заказать, здесь же я оплатить. Так, внешний аккумулятор, Xiaomi. Так, тут емкость 10 тысяч миллиампер. Да, все верно. Так, не в курсе случайно, надолго хватает? А все зависит от емкости вашего телефона у вас, какой телефон? Так, у меня iPhone 7 Plus, но он так-то достаточно много. А, тут съедает, так, время заряда 12 часов, да? Да, все верно, сила сам аккумулятор. Угу. Так. Заряжается 12 часов, и также есть разъем силы тока 2,1 ампера, что позволяет гораздо быстрее заряжать телефон. А, зарядка быстрее происходит, да? Да, быстрее происходит зарядка за счет вот этого 2-амперного разъема. Также тут есть индикация, чтобы понимать, сколько осталось заряда в самом аккумуляторе. А, вот здесь эти загораются. Да, все верно, каждый диод соответствует 25%. Чтобы понимать, когда на 4 части разбито. Да. Также кнопка включения. Здесь сразу же можно посмотреть комплектацию. То есть изображено на картинках. А здесь что входит, получается? А здесь сам вот аккумулятор. Сам аккумулятор, небольшой мануал и кабель USB. Все, да, это основное. Это основное, да. А гарантийный талон выдают вместе с товаром на окне выдачи. Так, ну все, теперь можно, в принципе, да, заказывать и на выписку. Смотрите, да. Нажать кнопку «Купить», оформить заказ и кнопку «Оформить». Если вам что-либо еще нужно, можно нажать кнопку «Продолжить выбор товара» и добавить какой-то товар еще в корзину. Отсюда выходит терминальный чек. Так, получаю чек, потом оплачиваю на кассе и на выдачу, да? Да, все верно. Выглядит он вот так. В принципе, все просто. Да, это можно постоять, повыбирать. Никаких спокойно. Идей, да. Так, ну каждый все. Каждый может выписать сам, либо использовать. Покажу сейчас кассу. Спасибо большое. Да, конечно. Так, вот касса у нас. Сейчас оплатим это дело и дальше на получение. Так, все, товар я оплатил. Сейчас попросил консультанта помочь мне, чтобы это все дело получить и проверить. Можно будет, да? Добрый день. Здравствуйте. Пока выносит, можешь ли еще подсказать, какие вот варианты есть по получению товара? У меня, так. Я вот подошел, могу здесь купить и забрать. Еще варианты есть какие-то? Есть достаточно много вариантов, не обязательно выписывать здесь. Если вам удобнее, вы можете заказать через наш сайт по интернету. Я дома заказываю и подъезжаю сюда, забираю, да? Сразу? А, не обязательно. У нас также есть 4 точки выдачи, помимо такого полноформатного магазина. В Сипайлово, Черниковке, в Деме и в Зеленой Роще. Если вам удобнее получить пакеты из этих мест, вы можете подъехать туда, указав на сайте, что хотите забрать оттуда. А, и оттуда, вот где мне удобно, там и забираю, да? Да. А, удобно, удобно. Достаточно удобно, да. Получается, 3 варианта. Или я сюда подъезжаю, покупаю, или заказываю в пункте где-то, да, в точке? А по интернету, через наш сайт. Через наш сайт, и получаете уже в удобном для вас месте. Домой доставка есть у вас? А, да, также у нас есть доставка.
Есть доставка крупногабаритного товара, такие как стиральные машины, холодильники, ну и простого рода. Тот же самый аккумулятор вам могли привезти домой. В этом документе ваша подпись. Внешний вид товара осматривать будем? Так, да-да, откроем, посмотрим как раз сейчас пока. Здесь заводские пломбы с обеих сторон. Товар не вскрывался. А заводские пломбы это вот эти... Вот красные штучки. Красные штуки, да? Печатают на заводе, их запечатывают. А, нумерация. То есть мы товар не вскрываем, он как нам приходит в запечатанном виде. Мы вскрываем только перед вами. Все верно, весь товар абсолютно новый и запечатан. Как раз проверим. Руководство пользователя. Батарея. О, классно. Кстати, маленькая, небольшая. Я что-то ожидал, если честно, думал, будет больше. И кабель, да. В комплекте шел, который. Вот смотрите, моя рука примерно вот. Вот. Да, довольно компактный, при этом емкий. Да, это ваша клубная карта. Угу. Все подробности вы можете узнать у продавца-консультанта. Так, все клубная верно. Карта. А. Это при покупке, да, выдаете? Да, она выдается при покупках и дает скидку на наши товары и также накопление. Угу. А сразу же на карте идет 190 подарочных баллов, 1 балл равно 1 рублю. Угу. И можно использовать в виде скидки. То есть, а это активируется она сразу или активацию нужно делать? Есть два способа активации. Можно активировать ее сразу же на месте через любой из вот терминалов, которые у нас стоят. А, ну мы, кстати, сейчас это, наверное, сделаем, да? Да. Да. Сейчас я... сразу же. Либо сзади также есть экземпляр. Описано, как можно активировать ее через сайт. А, ну лучше здесь, пока я здесь, а вообще, если кто-то через сайт это все делает, тоже вот вариантик. Да, кому-то проще это сделать через сайт, а кому-то прямо. Внешне осматриваете товар. Так. Внешне, если вас все устраивает, где галочка, нужно будет поставить подпись. Так, сейчас мы спросим наших подписчиков, устраивает их внешне или нет. Вроде, ребята, все нормально. Да. Нету ни одной царапинки. Работоспособность, конечно, мы проверим. Обязательно. Вот, мы сейчас летим на отдых, и я это все дело протестирую, и будет еще один дополнительный ролик, где покажу и расскажу, как это работает на практике, насколько качественно. В общем, ждите еще второй ролик. Так, все. Это мои, да? Документы? Здесь вот нужно поставить подпись. Ага. И рядом фамилия, инициалы ваши. Так, подпись, фамилия. Так, сейчас. Угу. Упаковываем, да? Угу. Так, комплектация получается вот. Комплектация он. Кабель. Само устройство зарядное. Все, отлично. Плюс руководство пользователя, да. Так. Также на аккумуляторе Xiaomi можно проверить подлинность. А, здесь вот, идет, да, лицензия? Да, по лицензии. Под защитным слоем есть код, который можно проверить на сайте, да? И проверить. А, здесь код есть? Да. А, то есть нужно стереть. Первый раз с таким встречаюсь. Классно. Ну, это на аккумуляторе Xiaomi. Так, это мы забираем. Сейчас тогда поможешь, да? Этот, да, конечно. Активацию сделаем. Чек уберу внутрь, чтобы все в одном месте было. Приятного пользования. Спасибо большое. Хорошего дня. Идем. Так, пап. Щелкни автоболитчик. Активировать карту можно через любой из терминалов. Есть кнопка «Активировать клубную карту». Необходимо ввести номера, которые написаны сзади карты. Это номер, ПИН и ПИН-код, и да? ПИН-код, да. И четырехзначный. 20. Сейчас небольшая заминка есть. Так, потом мой номер телефона. После, да? этого нужно ввести ваш номер телефона. Да. Сейчас это мы дело пока пропустим. Смотрите в другую сторону. Так,
Дальше. После этого на введенный номер телефона приходит смс-код пятизначный. 74-584. 584. И после этого на данный номер телефона приходит логин и пароль, с помощью которого можно зайти на сайт, посмотреть, сколько баллов у вас накопилось. А, все, она активирована уже, она, да? Все активировано, да. И цены там уже будут показывать с учетом скидки по клубной карте. Есть так называемая клубная цена, это цена по нашей карте. А у вас какие-то там акции проводятся? Вот, например, там, не знаю, да, у нас скидки? Всегда очень много акций. Их всех можно увидеть на сайте в разделе «Акции». Либо можно из любого терминала выбрать интересующие вас товары, например, пускай будут ноутбуки. И здесь есть кнопка «Акции». Вот «Акции». Да, вот. И он сразу же вам покажет все варианты, которые идут по какой-либо акции. Для того, чтобы уточнить, какая акция проходит, можно нажать на данный товар, и сверху будет пояснение. В данном случае это скидка 10% по промокоду ВИН. Промокод я вам покажу, как сейчас вводить. И также видите... А вот это что такое клубная? Клубная цена – это как раз-таки цена по данной карте. В смысле, если я с этой картой буду покупать, это будет 8490? Да, то есть он будет... Вместо 11 тысяч. Да, конечно. То есть, смотрите, какой момент. Во-первых, здесь пересекается клубная цена и акция. Давайте его попробуем оформить. А это, получается, стыкуются, да, эти вещи? Это стыкуются, да. То есть будет и клубная цена, и скидка по промокоду. Вот. Сейчас я покажу, как вывести. Запомнить, да, как этот промокод? Да, промокод вводится вот сюда. На сайте также есть, так скажем, поле, куда его можно ввести. Промокод. Вот он. То есть это одна из акций, к примеру, ВИН. И сразу же проставляется скидка. Ничего себе, скидос какой. И плюс еще будет скидка по клубной карте. Еще сверху. Да, то есть там в итоге выйдет около 7 тысяч рублей чем-то в данный момент. Блин, а если вот это не знать, да? Если это не знать, то можно по обычной цене. По обычной цене это, а так получается такая мощная скидка. Вот, кстати, вот, ребята, халява, так сказать. Да, еще будет скидка по карте. Просто очень редкое явление, что акция, еще и карточка, они вместе между собой стыкуются. Да. Это причем одна из акций, их очень много, всех можно посмотреть на сайте в разделе акции. В общем, вылавливать момент нужно и применять вот эту карту. Очень, очень классно. Надо будет еще и посравнивать с другими магазинами. Вы вообще сравнение делали? Реально вот по стоимости? Реально дешевле, вот именно данный ноутбук, реально дешевле выходит с учетом всех акций. Да и сам по себе, даже если акции не применять, он выходит дешевле. Все, спасибо большое. Так, и как тебя зовут? Если меня зовут Альберт. Я всегда здесь. Подходите к Альберту, хорошо консультируют. Проинформирован. Все, спасибо большое. Ну все, ребята, я забрал. Теперь мы можем ехать спокойно отдыхать без проблем. Потому что в дороге будет очень много пересадок. А когда есть пересадки, конечно же, разряжает наш телефончик. Итак, я дома. Сейчас хочу протестировать это дело на наших телефонах. Сейчас идет видеосъемка на мой телефон, iPhone 7 Plus, и моей супруги тоже. Такой же телефон. Сейчас посмотрим, как это все дело работает на практике. Предварительно будем это все дело тестировать. Самое главное, чтобы здесь была зарядка, потому что, может быть, нужно будет зарядить. Тут такая вот пленочка красивая, смотрите. Здесь есть включение, USB, и тут идет индикация, сколько у нас есть заряда. Сейчас посмотрим. Единичка, единичка мигает. Да, чуть-чуть еще есть. Давайте посмотрим, как это все дело будет происходить. Как я сказал, вот этот гаджет очень маленький, очень удобный. Сейчас мы это все дело просто подключаем к нашему айфону. Так, сейчас, подождите, тут переходник по ходу дела нужен будет. Так, нужно сообразить.
Потому что здесь у меня вход другой чуток. Сейчас посмотрим, как это все дело можно переделать. Итак, есть шнур от моего айфона. Это идет в комплект. Так, а, тут идет, получается, вот с этим шнуром подключается. Тут потому что переходник на какой-то другой телефон идет, я не знаю на какой. Мы подключим сюда шнур, которым я пользуюсь. Вот смотрите, все, зарядка пошла. Сейчас попробуем это дело отключить. Вот, как вы видите, здесь зелененький мне горит белый цвет, значит, нету зарядки. Как только эта индикация загорится зеленым, значит, зарядочка пошла. Вот. Так что все работает. А, я тут чуть-чуть перепутал. Это же шнур не для зарядки самого телефона. Это для подзарядки самого гаджета. Вот, смотрите. Здесь есть разъем, вот он включается, и его мы можем поставить на подзарядку, вот так вот. Все, получается, как только это дело отключим, будет заряжаться уже сам гаджет, аккумулятор. Так что все отлично работает, сейчас он у нас зарядится, здесь будет полностью гореть и индикаторы на полную катушку. Я думаю, что в дороге это будет очень хороший помощник. Так что, ребята, на этом сайте есть много чего интересного. Заходите, делайте себе карточки. Я себе тоже вот эту карту сейчас на сайте это все дело активировал уже. Сейчас зайду, посмотрю, какие есть скидочки. Потому что вы уже увидели, насколько там можно выгодно покупать. Ну все, если понравится ролик, в принципе, будем снимать и другие гаджеты, которые мы покупаем. Так что всем счастливо, лайки, подписка и ваши комменты.